Здравствуйте, мы родители Павлова Саши. 2 года нашему ребенку поставили аутизм. Он у нас ничего не понимал, не разговаривал. Ну, у него очень было много проблем со здоровьем. Мы пробовали все, что возможно и невозможно, чтобы помочь своему ребенку. Но, к сожалению, ничего нам не помогало. Ни уколы, ни таблетки, ни микротоки и все подобное. В 2019 году мы нашли клинику Биэль Давид. Мы связались с клиникой. Мы увидели родителей, которые оставляли там отзывы в клинике на сайте. Мы связывались с родителями. Родители все были счастливы. У детей были колоссальные результаты. И у нас загорелось. Наши сердца снова разбудились. Слезы прошли. У нас наполнилось много-много сил, желание поехать. 2 февраля мы поехали. И после первого дня лечения я увидел у него потрясающие результаты. Он начал осознанно смотреть в глаза, осознанно видеть этот мир. Увидел у ребенка счастье в глазах, что он просто он начал понимать все, что окружает его, смотреть другими глазами, можно сказать, на мир. Вот он понял, что, кто такой папа, кто такая мама, то есть для чего мы нужны. Он на данный момент, он сейчас у нас и читает, и пишет, и песни поет, и все делает как обычный ребенок. То есть вот. Также радуется, он любит у нас сниматься в лайках, в тиктоках, во всех. В общем, он у нас такой продвинутый стал ребенок. Хотели бы поблагодарить клинику Биэль Давид, что вы нам подарили родителям счастье. Огромное нашему ребенку здоровье. Спасибо вам огромное. Хотели бы поддержать две семьи. Это семья Воробьевых, Воробьев Давид, сынок у них, и Бессольцевых, Илья и Егор. Вот, давайте поможем ребятишкам обрести счастье, увидеть мир такой, какой он есть, не такой, каким они его видят сейчас, а просто видеть так, как видим его мы. Давайте поможем просто, чем сможем. Вот. Ребятишки обратились в фонд. Фонд называется «Навстречу жизни». Давайте поможем все вместе. С миру по нитке, и дети будут здоровы. А родители счастливы. Родители счастливы. Ведь это великое счастье, когда ты видишь, что твой ребенок здоров. Когда он все осознанно понимает. Спасибо. Понимает, разговаривает, когда он просто свою жизнь превращает в родительскую радость, счастье огромное. Спасибо всем огромное.